Гора Бабырган в Советском районе, музей под открытым небом Белокурихи и царский курган в Чирышском – это лишь малая часть того, чем славится Алтайский край. Причем про некоторые памятники природы не слышали даже уроженцы и профессиональные географы. Но благодаря такому масштабному конкурсу узнать о заповедных местах края и отправиться в путешествие, чтобы познакомиться с ними поближе, может каждый. Я считаю, что в этом его уникальность, что мог любой стать его участником. И вот мы увидели, что очень большую активность проявили люди, которые не имеют профессионального отношения ни к географии, ни к туризму и не являются путешественниками, а просто любят свой край. Проект Русского географического общества поддержал депутат Госдумы Александр Прокопьев. После объявления результатов конкурса в свет выйдет художественное издание о популярных и малоизвестных природных памятниках. Всего от земляков поступило около 250 описаний удивительных мест в регионе. Так 12-летний Никита, один из победителей конкурса, рассказал об Алтайской горе, поднявшись на которую весь край как на ладони. Я представил проект о горе Бабырган. Гора Бабырган, она уникальна тем, что там очень красивый пейзаж, на нем можно почувствовать себя и туристом, и альпинистом. А вот более опытный путешественник Владимир Самоукин посвятил свое эссе другой горе, Синюхе, восхождение на которую требует особой подготовки. Уникальное красивое место, стоит посетить, достаточно сложное, нужно рассчитывать силы, нужно читать описание, но это того стоит. Из 200 участников жюри особо отметило 10. Они стали победителями, а еще пятеро взяли гран-при конкурса. Художественное издание с топовыми местами Алтайского края выпустят при поддержке фонда Александра Прокопьева тиражом 1000 экземпляров. По одному получат участники конкурса, часть экземпляров передадут библиотекам края, а электронную версию книги разместят на сайте регионального отделения РГО. Организаторы уверены, она будет интересна не только нашим соотечественникам, но и жителям других стран. Ведь о красоте природы Алтайского края наслышан весь мир. Добавим, что конкурс планируют сделать ежегодным. Так что, путешествуя по краю, захватите фотоаппарат, ручку и блокнот. Может быть, в следующий раз именно ваше место попадет в топ-100 уникальных объектов. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости.